Кому удобно говорить сейчас? Вы знаете, я сейчас в прокуратуре в областной на опросе. А. Хочу попасть вечером. Я быстро вам Пропустить. задам, если вы... Да. Или вы прямо сейчас отвечаете на вопросы? Я прямо вот сейчас вышел из кабинета, человек копии документов делал, сейчас вернется. Ну, прям мне просто ответьте сейчас 2 минуты на Да. вопрос. Тут на четвертой власти вышел материал, и со слов вот журналиста, который пишет, автора этого материала, здесь написано, что якобы вы сказали о том, что я, ваша подруга, сейчас Нет. нахожусь в Москве, и что Нет, это я я... сказала, что подруга моя, которая в Москве, дала мне ваши координаты. Ага. И что я вам лично посоветовала обратиться к генпрокурору. Нет, это мне вот дала именно подруга из Москвы, дала ваши координаты, посоветовала мне прокурору обратиться. Так, то есть ваша подруга из Москвы дала, Ольга Новикова. да, дала мои координаты и Да. посоветовала обратиться к генпрокурору, а не я. Да, Да. нет, не вы. Я ему, может быть, не совсем понял, когда спрашивал А меня. кто вас спрашивал? Вот с Сергеем Филипенко приезжал человек. Ну, кто это был такой? Ну, скорее всего, из пресс-службы, наверное. Угу, понятно. Скажите, а вы вот вообще пытались как-то обращаться ранее в областную прокуратуру? В областную нет, только в Кировскую. Ну, в Кировскую-то вы обращались, В так ведь? Кировскую неоднократно обращалась, А да. какой был результат? Кировская знает меня. Да, какой был результат? Ну, как правило, мало был результат. А вам они не советовали обратиться в областную прокуратуру или вам, Нет, может они быть, мне в советуют голову? только в суд обращаться, решать свои проблемы в судебном порядке. Ну, вам в голову не приходило обратиться в Нет, областную я прокуратуру? скажу нет. Но, по крайней мере, я же вас от этого не отговаривала, чтобы обращаться в областную прокуратуру, Не так ведь? отговаривали, нет. Вот, все. Это все, что я хотела услышать. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Давайте.